Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что у вас сегодня первый хоккейный опыт. Первый в качестве вот в том, в котором я был. А вообще так на хоккей ходил. Ходил в свое время очень даже. С чем у вас вообще ассоциируется вот хоккей из прошлой жизни? Хоккей из прошлой жизни у меня ассоциируется с одним. Я переводил фильмы той самой сборной, которая стала чемпионом мира в 1973 году. Ну, это Харламов, Петров, Михайлов, Мальцев, Виктор Шалимов, кстати говоря, который сегодня здесь присутствует, Третьяк, Лученко, Жлуктов. Я вам могу сказать одно, что, скорее всего, это была самая великая хоккейная команда, которую я видел в жизни. Там можно мне, конечно, говорить, что хоккей другой. Я согласен, хоккей другой. Атлетизм, скорость. Но лучше я хоккей не видел. Вот лучше хоккея 1972 года, когда наши играли со сборной Канады, профессионали. Нет. Со всеми там допущениями, скидками, я думаю, лучше я хоккея не видел. С каким чувством вы сегодня ехали вот сюда, в Парк Легенд? Ну, так это... Это прекрасная встреча с молодостью. Я ни в коем случае не хочу сказать, что все закончено. Нет, я еще... У меня большие планы. Но атмосфера сама. И вы знаете, я вам хочу сказать, я на хоккей ходил и в Северной Америке. Как минимум не хуже. Я вообще человек невосторженный, но это зрелище. И то, что трибуны заполнены, и это действительно было спектаклем, представлением, не главным, главное хоккей. Для вас вообще, как для профессионала, есть какие-то сложности вот объявить составы хоккейные, все-таки по 25 человек в команде? Вы знаете, я вам хочу сказать одно. Рядом должен стоять человек, который прекрасно понимает вот всю эту церемонию, который, может быть, даже ее и составлял. И в нужный момент он должен меня не сильно пихать локтем. А я слежу за текстом, который мы ранее приработали. Нет, это не самое сложное. Но как большой артист, наверное, вы немножко хотя бы волновались, нет? Да, конечно. Единственное, против чего я возражаю, нет. Большой артист – это совершенно другие люди, это не я. Но, конечно, а если ты не волнуешься... Да я уверен, что любые... Большие профессионалы, они волнуются. Я даже думаю, что такие люди, как Месси, Федерер, все равно волнуются. А иначе они бы такими не были. В гости еще придете к нам? Позовете, конечно, приду. Обязательно. Спасибо, Леонид. Вам спасибо.